Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Лёши, и никто иной, вот такой вот у него ник находится, он гильдии пираты 21 века. Обязательно атака фортов 20.00, WhatsApp, видите на экране, кидайте заявочки, вступайте, первые, третьи места. Поехали, посмотрим аккаунт. Аккаунт донатный. Так, ну доната немного, даже до шапки не додонатил. Так, забрали мы плюшечки. Такая вот трата. Ну и естественно коллекционер. Я в основном ролю под коллекционера. Да и все рулят сейчас под коллекционера, потому что это самый лучший вариант. У нас есть 40 тысяч, я не знаю, задоненных, накопленных. Самика, в общем, 40. Поехали, сейчас попробуем вытащить мега ибо героев, только посмотрим, кого у него нет. Так, нет у него нормальной еров. Заклинательница, Тесса, Командора, ПБшка, Феникса, Сура, Рогатка и Буги. Ну, такой набор неплохой, конечно. Постараемся его затащить. Так, что у него здесь? Отлично, ремочка. Дар жизни, ну такое, ожог, супер. Вот правильно делает, не качает ему талант. Порошка неплохой, бигфут такой себе, тыковка. Ну, в принципе, все для комфортной игры есть. А ну, форка и седьмой. Так, интересно, фрайки таланта нет. Афинка, супер. Ну, так, вроде неплохо. Жить можно. Мохнатка с утикахой, вот как-то так. Так, живо, ну вот так вот даже сделаем. Чё, поехали, попробуем затащить. Не заходил он после битвы гильдий. Let's go. Посмотрим, как падает на бездонатных аккаунтах. Ну, сразу же, просто... Просто фигаси, и Бугимен, ну чё, супер, да? Неплохой такой роллинг у нас, ребят, удался с первой тычки, сразу же недостающий герой. Уже очень даже неплохо, поздравляю. Уже будет намного легче. Ну, поехали дальше. Читер. Просто читер. Это одни Бугимены в последних роллингах падают. Так, ну это, конечно, хорошо, что нету места Рину. Но под героем надо освободить. Просто изи, ребят. Ну, еще один бугимен. 20к кгшек ему сэкономили. Супер, поехали дальше. Интересно, что будет дальше. Веселые иногда бывают роллинги, честно скажу. Так, Бугрома, либо Бугимен. ПБшка? Чё? Это оно или не оно? Да, это оно, ребят. Второй герой просто налегке. Let's go. Я не знаю, как люди копят столько самоцветов, там месяц-два. Но красавчики. Ну, по сути, где-то около 2 месяцев. Супер. Let's go. А, 5 места добавили. Ну, бог грома, либо бугимен. Одно из двух. Ниндзя. Ворожей. Купидон, химера. Ну, ничего так. Поинтереснее ролик на бездонатных аккаунтах, когда много героев недостающих. Будь приятно. Сердцеедка, ну, отлично. Влад Дракула. Душ. Кенди. Махатма, ну Махатма у него есть, офигеть. Ну неплохо нападало. Let's go. Поехали унижать.
Вот, блин, одна Фрейя, блин, один герой просто тупо унижает, блин, все ваши прокачки. Жесть, конечно. Такс, посмотрим, что там у нас есть. Ну, видите, не соберем мы, к сожалению, слизни, это однозначно. Ниндзя. Друиды-то, блин, что за фигня? Магазинки начали падать полным ходом. Ну, посмотрите, просто, блин, нету у тебя Фрейя, тебя шатают. Есть у тебя Фрейя, ну, посмотрите, что она делает. Это жесть просто. Видите, просто тупо разобрала практически героев, которые раньше просто были имба-героями. Поехали еще разок. Надо отвыкнуть от этого рандомчика. Уже, в принципе, неплохо нам упало. Сейчас опять ее сольют, бедную. Let's go. Блин, да ладно. Ну все, ребят, последних там сколько у нас? 4 тычки сейчас будет. Надо по-любому что-то затащить. А там тоже Фрейка вражеская. Ниндзя. И нифига, циклоп. Ну... Сердцеедку только собрали. Печально, конечно, но, блин, выбили ему недостающих офигенных героев. И это уже радует получить. Ну, хоть панчбокса выбили. Так, поехали посмотрим, что у него тут по героям. Но герои неплохие, на 40, я вам скажу. Даже несмотря на то, что у нас не было куча героев, нам упало просто чудесно. Без доната сегодня просто плачут. Так, смотрим, что там у нас. Махатма. Ну, конечно, это, честно говоря, такой себе талантик для Бугимена, но все равно, блин, выпал с пятеркой, жесть. Жестко. Ну, бабашка, конечно. Ну, хоть дар жизни. Так, что там у нас еще есть? Поехали, трату заберем. Да, если сравнивать, конечно, наш набор месяца с набором месяца на... Или даже не с набором месяца, а просто с набором на китайке, это небо и земля. Ну, ничего не поделаешь. Так, забрать ему яичко. Ну что, поздравляю, достающие героя выбили. В принципе, роллинг можно считать удачным. Бугимен, в принципе, имба. ББшка тоже офигенный герой, которого будешь использовать во многих локациях. Так, что тут у нас еще? Плюшечки. Что осталось? Карточки, ну блин. Ладно, ради карт сейчас еще что-то сольем. В принципе, удачно. Ну, опять же, все очень рандомно. За 40к мы собрали всего лишь 9 слизней. Это не ахти результат. Есть аккаунты, которые за 30 собирают. Так, хватает места. Так, это он заберет сам. Супер, недостаточно места на складе.
деньги. Жесть, короче. Ну что, поздравляю с недостающим игрой. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Я побежал дальше. Всем пока.